Исламдин Черевмурзаев занимается смешанными единоборствами уже несколько лет, но выступать на российских соревнованиях пришлось впервые. Парень признается, бороться с сильнейшими спортсменами страны было непросто. Был бой в полуфинале. Парень был с Москвы. Ну, был левша, было неудобно. Однако это не помешало спортсмену бороться до победного. Итог – второе место в своей возрастной группе. До абсолютной победы не хватило совсем чуть-чуть. Тренер уверен, мелкие недочеты, которые допустили в бою его воспитанники, можно исправить. Над этим и будут работать в ближайшее время. Это наша общая проделанная работа. Мы ни день, ни два. Мы очень прошли два сбора и много, можно не побоюсь этого слова, крови, пота прошли ребята, и я горжусь ими. В отличие от товарища, Гамзату Сиражутдинову уже удавалось достигать таких высот. Парень неоднократно выступал на российском уровне и тоже становился призером. Но эта победа самая яркая. Теперь нефтеюганец будет защищать честь страны на чемпионате мира. Конечно, немного волнуется. Но если, например, на чемпионат России мы видимся с парнями, я уже знаю, кто и что будет, а это чемпионат мира. Парни из других стран, мы не знаем их. Но тем не менее, нефтеюганец рассчитывает только на победу. Эмоциями заряжен. Победить, конечно. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».